Ну, честно говоря, я над этим вопросом никогда не думал, но я стараюсь по жизни быть оптимистом и видеть в стакане, как говорят в народе, часть стакана полная, но не пустая. И всегда стараюсь по жизни быть оптимистом, с радостью принять хорошее, положительное. Видеть полуполное. Да, от того, что мы будем плакаться, от того, что мы будем драться, не дай бог, от того, что мы будем воевать, стрелять друг другу, от того, что мы будем, скажем, проклинать кого-то, от этого же легче не станет. Понимаете, насилие порождает насилие. Поэтому надо идти по жизни с положительным. И так жизнь коротка, она не такая уж и длинная. Надо стараться, надо торопиться жить красиво. Поэтому, если преследовать или прислушаться к вашему вопросу, который нас учили в школе, что жизнь надо прожить так, чтобы, оглянувшись назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, я всегда стараюсь, чтобы была цель, чтобы был результат.